Здравствуйте, дорогие гости! Здравствуйте, мои любимые иенгринцы! В нашем Нерингринском районе лучший праздник года! Дядя Леди Мода! С таким радостным настроем иенгрин собрались на свой любимый праздник Уктывон – День оленевода. На берегу речки Иенгры, где он обычно проводится, приткнуться было негде. Каждый клочок земли был занят всевозможными машинами, палатками, торговыми точками, гостями, которые приходили задолго до начала праздника, чтобы занять удобное местечко. Воистину, яблоку упасть негде. Столько народу собралось поучаствовать в нем, чтобы, как говорится, людей посмотреть и себя показать. А посмотреть и показать было что. Шикарные национальные костюмы один краше другого. Поделки мастериц радовали глаз разнообразием и мастерством изготовления. Яркие, красивые сувениры из меха, бисера были на расхват. Голодным и жаждущим тоже невозможно было остаться. Оленье мясо в любом виде, ешь не хочу. Эвенкийские лепешки, чай с дымком. Что еще человеку надо для поддержания тела и духа? Самодеятельные артисты отплясывали, пели, водили хороводы, а с трибун рекой лились задушевные поздравления и пожелания удачного праздника. Передаю благословение нашего владыки архиепископа Якутского Иленского Романа всем здесь присутствующим. Сегодня великий праздник. Праздник природы, праздник земли, праздник эвенкийского народа. Я от всей души желаю помощи Божией в этих трудах, во всех жизненных обстоятельствах. Пусть Господь хранит эту прекрасную великую землю, пусть Господь хранит эвенкийский народ. И, Ольга Георгиевна, позвольте мне в дар принести вам образ Спасителя. Мы знаем, что заботитесь, совершенно искренне заботитесь о процветании Иенгры, процветание народа, но и мы знаем, что вы совершенно искренне заботитесь о духовной составляющей. Поэтому пусть этот образ Спасителя будет вам как благословение ваши нелегкие труды и благословение всему эвенкийскому народу. С праздником! Все пространство вокруг было таки пропитано праздничной атмосферой, легкостью и простотой. Поэтому нам и удалось так запросто поговорить с главой администрации района Виктором Николаевичем Станиловским. Мы очень горды тем, что у нас есть село Иенгра, где проживают коренные жители Ивенки. И мы гордимся тем, что у нашей Иенгры, жители Иенгры, сохранили свой язык, сохранили свою культуру, сохранили свой традиционный образ жизни. И мы, конечно же, должны что сделать? В первую очередь, отдать дань уважения жителям села Иенгры. И мы должны отдать дань уважения эвенкийскому народу. Потому что эвенкийский ведь народ живет издревле на этой земле. И если так по большому счету, он занимал раньше территорию от, будем говорить, наверное, Уральских гор, да, до Тихого океана. А, конечно, урбанизация делает свое дело, значит, количество жителей в селе уменьшается, наверное, и во всех многих поселениях, не только Якутии, но и, значит, и, будем говорить, наверное, Красноярского края, и Хабаровского края, и Иркутской области, и Забайкальского края, и Бурятии снижается. Работа вот съезда показала о том, что все-таки жители села Иенгры, они, наверное, сегодня, ну, впереди планеты всей, вот в плане сохранения языка, в плане сохранения своей культуры, этноса. Почему? Да потому что у нас школа, иенгринская школа-интернат имени Василевич, сегодня очень серьезно, педагоги в первую очередь работают над тем, чтобы писать учебники. И на съезде присутствовал практически весь бомонд на нашей российской науки, языковеды, тунгосоведы, для того, чтобы сохранить язык и продолжить написание учебников по эвенкийскому языку. Для нас, муниципалов, это очень серьезная ответственная работа, потому что сохранить в таком большом промышленном районе маленькое село с традицией, культурой и языком, конечно, ну, большая ответственность и большой, наверное, почет. И поэтому мы приложим максимум усилий, чтобы и село Иенгра процветало, и количество детей,
детей увеличивалось в школе, и молодежь в селе оставалась для развития и оленеводства, и пушного звероводства, ну и тех направлений, которые требуют вот именно... Значит, национальный колорит и культура. И для нас на всех, наверное, и органов государственной власти, органов муниципальной власти, а вот решение съезда, 7-го съезда эвенков республики, оно, наверное, будет определяющим. Потому что на съезде приняты очень хорошие, конструктивные документы для того, чтобы действительно эвенки в нашей республике развивались, чтобы культуру мы с вами сохранили. И к этому нас обязывает не только эвенки Якутии, но и эвенки всей России. На нынешнем Уктывуне, как никогда, было много гостей эвенков, приехавших из разных мест не только нашей республики, но и из других краев, так как в Нерюнгри в это время прошли дни эвенкийского народа в связи с проведением 7-го Суглана съезда эвенков Якутии. Мы приняли участие практически во всех мероприятиях в рамках 7-го Суглана и непосредственно приняли участие, конечно, в работе съезда. И для себя, значит, в конце, значит, работы съезда встретились выходцы из Усть-Майского района. Многие из нас проживают в Якутске, в других районах, и провели вот такой круглый стол, на котором, значит, приняли решение активизировать работу местной ассоциации коренных малочисленных народов у себя в районе. И обязательно, можно сказать, задача номер один – все-таки приступить к изучению родного эвенкийского языка. А для этого необходимо провести огромную работу с родителями, с педагогическими коллективами, с общественностью. Самое главное, чтобы образовательные учреждения приняли во внимание существующую проблему и начали уже как-то практически решать эти задачи. И помимо этого, конечно, несмотря на то, что мы свой язык не знаем, потеряли, но стараемся все-таки поддерживать наши и национальные праздники, в том числе самый главный – это у нас Бакалдын. Мы очень его с энтузиазмом проводим во всех населенных пунктах. Есть, он у нас проводится на районном уровне. И поэтому все обряды, значит, соревнования, состязания, конкурсы и так далее у нас проходят ровно такие же, как и в республиканском городском Бакалдыне. Может быть, даже и лучше. Ну, я уже в этом вопросе, как бы, скажу честно, не обуреваем какими-то такими сказочными, красочными впечатлениями. Я сразу смотрю на условия жизни. Я вижу, что в поселке Енгри дома очень старые. Я, насколько помню, только вот, как вот сейчас вот осмотрел с утра, дома где-то постройки 80-х годов. Я вижу, что здесь очень много присутствует разных компаний, которые осуществляют хозяйственную деятельность. Это угледобывающие, алмазодобывающие или золотодобывающие. Почему нет новых жилых помещений? Самое главное, если не могут органы власти сами построить, тогда они обязаны создать условия для того, чтобы люди сами могли построить себе жилье. Или, по крайней мере, если существует эта проблема, тогда недропользователи могут изыскать возможности для того, чтобы улучшить жилищные условия. Принимая во внимание, что большую часть жизни наши оленеводы все равно живут в тайге, в этих палаточках. Я сам в палаточке жил вместе с дедом при минус 50. Знаю, что это такое. И когда ты приходишь домой, хочется, чтобы там было тепло. А когда дом старый, а деревянное жилье, к сожалению, имеет свой срок годности, необходимо этот вопрос жестко поставить на контроль. Это первый момент. Я, насколько еще помню, что здесь еще сегодня посмотрел школа, и вчера говорили на съезде, школа старая. Необходимо, вот с чего начиналась советская власть, первое – это со строительства школы. И школу каждые 10 лет нужно модернизировать и увеличивать. И помимо этого еще и поддержку учителям осуществлять. Там комплекс должен быть мероприятий. К сожалению, вот у нас в Эвенкии проблема такая же, точно как и здесь. Проблема заключается в чем? В том, что есть понимание властей,
И самое главное, есть их адекватные действия. Ну, вот по Якутии я смотрю, что здесь есть понимание властей. Но теперь еще необходимо, чтобы были соответствующие действия направлены. Самое интересное в Дне оленевода – это олени-гонки. Недаром праздник так и называется Уктывон. И проходят они на самой речке Иенгри, куда мы направились и буквально столкнулись сразу с оленеводом из Устнюкжи, который был решительно настроен на победу. Вот, на гонки приехали, пригласили. Ну, будем участвовать на гонках. А сколько у вас там оленей? Много, нет, в Устнюкжи? Ну, у нас общины же. У нас две общины, там где-то голов 300 есть у нас. А с языком как обстоят дела? Ну, как мы по-венгийски разговариваем. У нас чистый венгийский язык все. Ну, а я вот Уктывда, а я вот Яргастаде, да. А я вот Аргаста Мартинил Маманур. Бахалдых сакил. Уктывунду. У меня вот тако живут эти родственники. Привет передать им. Петр Габышев, он тако, они часто живут, наверное, с оленями. И Габышев Иван Тор, его дочка была Маричка, и его этот Ермак, его муж. Ну, всем вам привет, ну, Суснюк же вот на гонках, если сказать. Сейчас посмотрим, как выиграем, не выиграем. Настрой-то хороший. Очень радостно было встретить и одну из старых знакомых, знаменитую Оксану Семенову, неоднократную чемпионку оленьих гонок региональных игр оленеводов, которые раньше регулярно проводились в Якутске. Оксана, как всегда, была уже готова к состязаниям и ненадолго отвлеклась на разговор с нами. Мы в совхозе, бригада номер 4 у нас. У нас осталось 5 бригад всего в совхозе, остальные общины. И как в совхозе работаете? Ну, работаем, потихонечку продвигаемся. Оксана, ади хутачи бигиннер дат? Дюр. Дюр. Дюрамалги. Амалги леху хагдилчалго? Уже взрослый, уже утычи лёчал. О, ага. Иду хавалдяра хиннунму, а чалгу иду валхунгкуду хавалдяра. Старший сын работает. Ирарбунтат чарар. Младший студент. Желаю удачи всем в гонках, настроения отличного. Ну, чтоб, как всегда, все прошло хорошо. А что уж говорить о встрече с Альбиной Васильевной Завьяловой, много лет возглавлявшей администрацию Иенгры, а сейчас являющейся главой общины Бута. Тут уж мы с ней от души поговорили на своем родном языке. Винян сома туруним. Ангани тикинтикана мактачал викальду. Берегар урурингнам. Ирамактин, никат. Рахенай бугадок баял эмовкил. Би сома турунингнам. Ади ангани оран. Берегар тикан эмовкил баял. И бу обадит хуктывун дулавон. Ага. Тар хуктывун дяринси улгучакл. Эя бувки ари хомахак дебраханика ванкилду. Ну, ванкил ра Ангани тегин алачив кил, ангани думнажив ки. Кунгакар сама турунив кил, тиньо кунгакар ду тикнал квал енал вал, имунанал, но тиньо сама я инанги бихин, инамган иманак сажаран. Альбина Васильевна, сика манер дат иду хавалжан не якун бихинне. То глава общины бута бихим, таду акенме хуталин. Накнилби, внукилби, племянникилби, бутуну таду бидер. Катканка такакор бигелсон. Община хун он бидерен дардат. Арарсун, якурсун бигинму? Нет, арарун бикун, он арарнатин бидингастай гаду. Ну, тотер волки лекурнян мог надера. А так, община, ну, то минил Мартин Сергей Дингатин. А я тидет чема рутку идет чем. Он сигунча дянне община ду бидерми ая губивки. Эван килду община бирактин ая бивки. Тайга ду бидавр сомат аятевки. Ну то бутун на ванки аятевки. Вдит бидавитикан он амтилбун бихитин, антилбун бихитин. Но иткан таду руль дженбо. Ну, ангани горло. Таргитоки на маджингатин. Тала истас надо. Джавгалтин, элтин,
улямакта датин, хутолтин тацарабо. Хагдил джера, школа лахрунготитин. Надил ясла, аналиняка ематта, школа лахруксовкил. Веди туранмар, су таду община ду харасу, улгучамачинна, веди туранджи? Сомат. Сомат веди, бутурну сара. Но ойткан, ну, кунакар, уже лучше ди туратильцель. Вадиво как-то, ну, галедем, омгоджинготен гунна. Дати нам горо ячем. Омгоджинготен. Аби ячем, дати нам горо. Постоянными гостями и участниками Уктывуна являются учителя и ученики школы Арктика, где их обучают родному языку и традиционным занятиям северян. Поэтому Клавдия Иннокентьевна Макарова, знаток языка и культуры ивенков, заместитель директора школы Арктика по языковым проблемам и ее подопечные, продемонстрировали нам урок родного языка прямо между оленями гонками. Молгачар, здорово. Здорово. Он бедерес? А я. И до Камарес? Красноярский край. Красноярский. И куда ты кит? Сурингна до Камареску. А вы турячинерес? Турячинерес. Ага. А вы туряткат? Кай туряткат. Си, ну мы на воде турят масаран му? Саран. Саран. А бу воде турят масаран? Саран. Мита воде. Мита воде масаран. Турят масаран. Сини, а мен не давал дяран? А мен не. А гидо хавал дя. А нин не давал дяран? Таткитто. Таткитто. Ага. Я куда туран мандунган мандабдирен, алагудирен. Я куда туран? Авенкис. Авади. 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 Аня ка авади турачупки? Турачупки. Гиркис авади турачупки? Турачупки. Турачупки. Полный ответ Гиркив. Гиркив авади турачупки. Ну не вместе это про него. Уже дева туран масарас? Сара. Касика ман медиален ургучак. Гарбиви еви упкатланта давкал. Не гарбиш Симончин Павел. Красноярский край до КММ. Тот кито Арктика то чем? Деги класс то чем? Си бидерис дун наду ванкил он вадит туранур харов амгадерово. Да. Саров. Сунду ни угучамачевки вадит стар си ни амтил лентилли в ким. Амтил. Эводит урочевки, энинми, таткитту хавалдеран, эводит уроченми, эннавдеран. Аминми? Аминми, агиду хавалдеран. Сика на манми дярин угучакл, манны гарбиви эви упкатвантадывкал. Минни гарбив кайнош кирил, таткитту артика татчам, бисрингна дукомем. Амин ми агиду хавалдеран. Энин ми таскитту хавалдеран. Энин ми нигарбив? Марта Алексеевна. Канарянок. Си каман эвади туран маханны ваят? Аят. Иду тыкин нонон бин анэктерим. Таду эткан иман натыкча. Иду тыкин нонон би уринджерим, таду эмэн муре дюкчал. Люгли биракан, эмкерду кунакар, тыкин эви джеритин. Си эко на ханне, эко на мунду гучандингас? Летитним тушкин илы биракан. Ила биракан, ила сеяндини, а еврифа саткан, иду себе дини, баками албадера, митули или чара, гдеме малурел, баками албадера, удеран маурор, иду хокто синдуле, эконсарен. Бига валдем таткитту Арктика бига валдем уже дюрдеран ганива, таткитту Арктика гнавдере вади туренма, венски туренма, юкагирски туренма, Долганил, тадок, долганил, чукчил, нортин, веди туренма, венски туренма, алагудера. Но манир вер туренма, нортин библиотекал, док апкил книгил вер, и мартин алагудер манир вер туренмар.
Во время Уктывуна прошли различные спортивные состязания, такие как борьба хапсагай, масреслинг, перетягивание бурана. Но все-таки самым ярким и зрелищным моментом, гвоздем программы любого дня оленевода, тем, ради чего собираются толпы зрителей, являются оленьи гонки. И вот они начались. Старт дан, и олени рванулись вперед. В нынешних гонках на оленях участвовало 196 человек, поэтому и победить в них – это дело чести каждого оленевода. Однако же прав был в своем настрое на победу уснюкжинский оленевод Олег Абрамов. Пусть не он, но его сородич, тоже уснюкжинский оленевод Дмитрий Андреев, победил в общем 10-километровом заезде и выиграл главный приз – снегоход «Буран». Среди женщин в общем заезде победила Надежда Семенова из Иенгры и стала обладательницей второго снегохода «Буран». Наша знакомая Оксана Семенова в общем заезде заняла третье место, но зато взяла реванш в минутном заезде и стала победительницей. Я была во второй партии, обогнала всю первую партию, первая пока пришла. Хорошо, мы тебя поздравляем. В зрелищных состязаниях, в концертах, в катаниях на оленях, на собаках прошел традиционный ивенкийский праздник Уктывун, на котором каждый мог найти себе развлечение по душе. Ну, очень нравится. В этом году теплая погода. Организовано все хорошо. Все очень нравится. Ну, конечно, хотелось сказать большое спасибо за то, что показывают, то есть жизнь другого народа. Есть возможность показать маленьким детям зверей, оленей, то есть не в дикой природе, а вот как они примерно. И организация уже с каждым годом все лучше становится. То есть в этом и мероприятия, палатки, как бы все улучшается. Есть друзья ивенки, вот в Иенгри живут. Общаемся, дружим. Тоже приехали первый раз посмотреть на оленей, на собачек. Все нравится, все интересно. Да, погода хорошая, удачная. Вот. Праздник хороший. Как и всегда, Уктывун в Иенгри прошел на ура, оставив после себя счастливые и радостные воспоминания до следующего дня оленевода, любимого праздника иенгринцев. Мы же желаем всем оленеводам, всем участникам праздника, пусть ваши олени не знают усталости, пусть будет единым стремление вперед. Пусть руки не дрогнут в метании аркана, пусть зоркость и меткость не подведет. Пусть крики болельщиков и их восклицания поднимут ваш дух, и победа придет. Oh!